посвящается карачаевцам от братского ингушского народа. Вы первыми из числа народов Северного Кавказа были насильственно депортированы из родной колыбели. Многие из вас не вернулись, но тем не менее вы сплотились в борьбе за жизнь, за сохранение языка и культуры, за счастливое будущее своих потомков на родной земле. Что бы ни случилось, знайте, мы, ваши ингушские братья, всегда рядом. Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.